всех приветствую! Это второе видео из нашей серии мини-тренинга по омоложению. Систему, которую я показываю, даю вам несколько промо-упражнений с полной системы, которую вы можете получить на скайп-консультациях. Я Инна Нефедовская, ищите меня в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Мои ролики есть на видеоканале YouTube, и можете смотреть и работать для того, чтобы стать хозяйкой лица. Кто хочет стать хозяйкой своего лица, напишите, поделитесь. Ведь это так здорово. Не обращаться за помощью к каким-то хирургам или не ходить в косметические клиники. Смотришь в зеркало и работаешь в режиме «увидел, вспомнил, сделал». Лично я вот так работаю со своим лицом, потому что когда перегрузочный режим, когда нет времени, то обычно забываешь заниматься с лицом, но когда ты смотришь на себя в зеркало, сразу видишь, так, вот здесь надо подправить, вот здесь надо откорректировать, вот это надо подровнять. Всем привет-привет еще раз, с вами Инна Нефедовская. Как идет наше омоложение, как настроение? Улыбаемся, мы занимаемся красотой и молодостью. Это главная фишка омоложения, когда у вас хорошее настроение, вы светитесь изнутри. И это самое главное. Так, что хотела я сказать в этом видео ценного? Оно больше подходит для тех, у кого собираются кислотные морщины вокруг губ. Если у вас есть такое состояние круговой мышцы, поделитесь со мной, скажите, да, есть. И как это образуется? Почему именно здесь эта зона, она так некрасиво показывает возраст? Потому что у нас есть круговые мышцы глаз, круговые мышцы рта. Вспоминаем физику. Что происходит, когда у нас есть круг? Как силы распространяются центробежные, центростремительные? Конечно, я для женщин, для женского ума немножко загнула, но ничего, вы меня простите. То есть у нас, когда есть центробежное, центростремительное, так сказать, ускорение, у нас оно движется все к центру, к своему схлопыванию, к втягиванию в себя всех тканей, которые рядом лежат, например, мышцы, которые вплетаются, скуловые вплетаются в круговую мышцу губ, и все, которые сейчас просто не у нас не занятие подробного описания. Если придете ко мне на скайп-консультацию, мы будем подробно разбирать именно строение вашего лица, всех мышц. А сейчас просто для понимания, что все мышцы, которые окружающие вплетаются, они начинают медленно вот так втягиваться внутрь, губы начинают утончаться и закатываться. Почему? Потому что напряжение. Понаблюдайте за собой. Вчера только проводила скайп-консультацию подробную со своей клиенткой. Рассказывала ей фишки, что происходит. Вот позанимался и разложил каждый кусочек ткани. Все, губки стали полные, значит, морщин никаких нет. Дальше буквально пройдет один день, и снова все ткани начинают, если ты результат не пролонгируешь, они начинают схлопываться, опять собираться. Почему так происходит? Потому что только за один день вспомните, сколько раз вы делаете напряжение губ разными эмоциями, напряжением челюсти смыкаем и так далее, и так далее. Тоже сейчас причины, не моя задача описывать причины. Поэтому что мы с вами делаем? Если у вас уже такое состояние, что губы похожи такую на гофрированную бумагу, уголки рта опущены, а щеки как у хомяка становятся, то нужно делать такое упражнение. Первую точку, которую мы с вами делаем, она стимулирует и укрепляет как раз круговую мышцу рта, верхние губы. И губы становятся эластичны, если мы работаем в этой зоне. Средняя точка, которую мы сейчас будем брать, она находится вот здесь. То есть получается, как он, давайте с мизинца. Значит, сюда мы ставим на круговую мышцу, мы ставим мизинцы. Дальше. Сюда мы ставим вот здесь, это точка, вторая точка. Сюда мы ставим безымянные пальчики, и, соответственно, указательные пальцы мы кладем на точку ушного мускула, то есть она находится у нас вот здесь, вот здесь.
сидишь вот здесь. И дальше все эти три точки мы стимулируем легко, одновременно, все вместе, в направлении к ушам и вверх, к ушам и вверх. То есть подтяжка у нас идет вот такая. Сейчас сделаем это упражнение, делать его будем, значит, примерно минутку или две. Что важно, если вы были на моих занятиях, сейчас вам нужно еще сделать такую подтяжку на затылок, подтяжку, которую я вам объясняла, как делать шапочку, как делать подтяжку всего черепа, то есть вам нужно максимально почувствовать, как напрягаются мышцы ушей в сторону затылка. Попробуйте это сделать одновременно со стимуляцией. Итак, начинаем. Натянули ушки в сторону затылка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это усиливает воздействие упражнения, когда мы при этом натягиваем все ушные мускулы, нас устремлены сейчас к затылку. И мы ощущаем, как происходит подтягивание тех мускулов, которые мы сейчас активируем. И мы ощущаем, как тянутся ушки к затылку. Пальчики теперь делаем, значит, сейчас мы делали в сторону уша, теперь делаем вверх и назад, вот так, раз, два, три, четыре. И делаем, значит, первое положение, когда мы делаем подтяжку, сначала, значит, натягиваем, раз, 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 ушки к затылку и эти точки к затылку. Второе положение мы делаем с вами, когда мы делаем, значит, подтяжку в сторону макушки и стимуляцию в сторону вверх. Поэтому сейчас делаем натяжение к макушке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Так, пальчики съезжают, выставляем снова. Значит, на верхнюю губу, средний пальчик на скуловые мышцы и указательный к ушам, к ушному мускулу. Раз, два, три, четыре. Не забываем тянуть шапочку, упражнение делаем одновременно и стягиваем вверх, вверх, стимуляция вверх сейчас у нас идет. Мы сделали стимуляцию к ушам, к затылку, теперь стимуляция точек вверх и височные мышцы подтягиваем к затылку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. То есть этим упражнением мы с вами получаем эффект, как будто край верхней губы подтягивается к скулам. Да, вот, вот, мы его подтягиваем. Вот, смотрите, вот, вот, вот. Все, что сползло, все, что сейчас не на месте, мы с вами выставляем как алфавит. Алфавит красоты вашего лица, красоты черт вашего лица мы выставляем на место. Иногда при такой стимуляции может дрожать нижнее веко, это нормально. Это говорит о том, что пошла вибрация, пошли процессы, запустились мышцы. То есть вы как бы самые трудные такие мышцы, которые мало чувствуют, вы их начали активировать, они начали чувствовать, и вибрация может на каких-то других зонах проявляться. И это здорово! Тогда эффект, конечно, будет потрясающий, потому что одновременно вы захватываете все зоны, вы их поднимаете. И упражнение замечательное тем, что оно идет как контроль. Начала я с того, что эта зона постоянно напряженная от стресса, от эмоций. Например, все, что нам не нравится, мы сразу раз губками реагируем, мы их поджимаем, да, вот напишите.
Есть у вас такое, что все, что не нравится, не удовлетворяет, или протест вызывает, мы раз в губки и поджимаем. И это упражнение замечательного контроля над вашим лицом. Поэтому я призываю вас обуздать, научиться контролировать свои мышцы лица, научиться контролировать напряжение, научиться расслаблять. Я приглашаю вас на свои занятия, приходить на спецконсультацию, чтобы получить программу из полного курса 14 упражнений, а также массажи, а также уход за лицом. Скажу вам, что естественная подтяжка включает в себя комплексную программу, это не только лицо, это включается плюс и тело, мы работаем плюс со всем организмом. Но если вы будете делать только одно это упражнение, его нужно делать первые 3 недели 5 раз в день, 2 выходных, и в день по 1 минуте 5 раз, по 1 минуте 5 раз, эффект накопительный. И желаю вам красоты и молодости. Если будете это делать, увидите результат гарантированно. Потому что я обучаюсь становиться хозяйкой вашего лица. А на этом это видео я заканчиваю. Я вас приглашаю в следующий видеоурок. И с вами была Инна Нефедовская. Если вам понравилось видео, лайкайте и делитесь. И встретимся в следующем видео.